Всем привет, друзья. Я Пексу даю команду искать. Говорю, ищи. Вот кто-то, короче, кто-то написал, сучка, походу. И он унюхал ее. И теперь ищет. Вот, вот это запах вот у нее, запах. Он сейчас, сейчас будет искать эту сучку. Да, сейчас по следу пойдем. Давай, Пекс. Ищи, ищи. Да, молодец, ищи. Она уже ушла, и нет собаки. Давай ищи. Нет, потерял след. Нету следа, да? Пойдем, пойдем гулять, пойдем. Пошли. Идет, ищет. Куда идет, сам не знает. Нет, что-то взял след. Взял след. Пошел, пошел по следу. Да, следствие ведут. Нюхачи. Следствие ведут. Нюхачи. След ведут. Нюхачи. Давай, Пексик. Ищи. Кого-нибудь да найдем. Пошли, пошли. Красавчик, вон собачка сидит с хозяйкой. Дело было вечером, делать было нечего. Просто мы в магазин ездили, небольшую шабашку сделали, заехали в парк прогуляться с Пексом. Да? Для разнообразия. Что только в гаражах гуляет. Надо здесь прошвырнуться. Сейчас мы посмотрим страусов. Пойдем страусов посмотрим. Бежит, бежит, бежит. Красавчик. Давай, давай, нет. Пекс! Страус. Какие-то не облезлые чуток. Иди сюда, птичка. Иди сюда, я тебе дам покушать. Иди сюда. Че? А мне нет ничего кушать. Ам-ам? Да? Ам-ам? Открой. А нету ам-ам? Чего ты? Вкусненького ничего нету. А у меня нету ничего. Тебе нельзя кормить. Не положено. Не положено. Да ладно. Да нету. Я знаю, что ты хочешь. Но у меня нет ничего. Ам? Да-да, я знаю. Вкусненькое ты хочешь. Камера несъедобная. Не, несъедобная. Да ты птичка какая хорошая. Да я знаю. Ой, ты какая голодная. Ай, ням-няка, да, скажи, ой, кушать я хочу. Да я знаю, вот показываешь, как кушать хочешь, я знаю. Да, вот такая ты. У меня правда ничего нету. Это ты показываешь, как ты кушаешь, да? Ай, ты птичка. Ах, ты птичка. Голодная, да? Какая ты большая. У меня Пекс получше выглядит, чем ты. Ты какая-то... больная, что ли? Чё такая? Болеешь, да? Чем тебя здесь кормят? Вот, Пекс, Пекс, успокойся! Нельзя! Нельзя! Я разговаривал с птичкой. Ты чё его спугнул, а? Я так хорошо разговаривал. А, я Пекс испугал её. Сколько мяса? Пекс тебя ел бы, наверное, целую неделю кушал бы тебя с удовольствием.
Да? Не хочешь быть пищей для Пекса? Нет? Не хочешь? Я тоже так думаю. Сама покушала, да, чего-нибудь? Ты меня не клюнешь? Я их тебе... Клювакалка какая. Ой, такая красивая. Да, я знаю, что ты хочешь кушать. Можно тебя за шейку потрогать? Пекс, уйди! Пекс! Нельзя! Нельзя! Иди гуляй! Дай, я хотел птичку потрогать. Нет, он ее спугнул. Иди отсюда. Это ваша собака? Да, да. Легче играет, она у вас без напорки. Иди сюда. Эй, птичка, иди сюда, иди сюда. Почему ты без намордника, птичка? Ты без намордника? Можно тебя потрогать? Потрогать тебя можно? Ой, ты кусаться будешь, да? Ты кусаться будешь? Тебе намордник надо одеть. Вот кому намордник нужен? Вот твоя шея какая. Вот хотел бы твоего гуся подушить. В смысле, шею потрогать. Дай шею потрогаю. Нет. Ну да, я тебя потрогаю. Ну нету ничего съедобного у меня. Вот, хорошая шейка. Я тебя потрогал. Ты меня тоже съела, да? Ладно, пойдем. Пойдем мы с Пексом гулять дальше. В намордники какие-то надо. А, что, мужик сказал, почему Пекс без намордника? Ну, не знаю, почему. А почему собака тут бегает? Чья собака тут? Без намордника бегает. Эй, чья собака? Где он? Ну, куда он убежал? Чья собака? Где собака? Чья собака? Он, походу, сучку увидел. Вот он идет. Пекс! Пекс! Ко мне! Ко мне бегом! Ко мне бегом! Ко мне, Пекс! Бегом, сказал, ко мне, блядь! Ты что, без намордника ходишь тут, блядь? Ты чей будешь? Пекс! Ко мне! Ты чей будешь? Сидеть! Сидеть! Ты почему без намордника? Ты почему без намордника ходишь? Сидеть, сказал! Молодец! Молодец! Пойдем! Пойдем! Идем рядом! 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 Идем! Пойдем туда! Сейчас посмотрим на водички! На водичку! Надо сейчас, там все в шоке будут. Там женщина-собачка сейчас еще при смерти будет. Ее ватный песик будет в шоке, что мой Пекс без намордника ходит, да, понимаешь ли? Пойдем перейдем дорогу, где положено. Пойдем, пойдем. Вон там место для выгула собак есть. Может, там собачки будут какие-то гулять, и ты с ними погуляешь. Вот интересно, а почему он без намордника? Вот скажите, напишите в комментариях, вот почему собака без намордника ходит. Она вроде какая-то бродячая, дворняжка. Ей вроде не положено. Так, смотри ваши машины. Все, можно. Пойдем, пойдем, бегом. Не положено собака, моей собаке. Она беспородная, дворняга. Такой намордник. Поводок у нее голосовой, у меня она меня слушается. Никуда она ничего она не сделает. Я в ответе за нее, конечно. В любом случае. За любые действия. Ну он у меня молодец. Вот это вот место выгула собак. Тут табличка стояла, кстати. Чего, уже нету? Уже не место выгула для собак. Здесь же была табличка, по-моему. Ее уже убрали. Вот это все поле, место для выгула собак. Здесь потом в будущем будет какой-то дом стоять. Постройка буду строить, многоэтажку, типа вот как вот там вот. Но сейчас здесь голое поле, и здесь гуляют собачки разные. Вот с местных территорий.
хозяева выгуливают здесь собачек. И мы здесь бывали, частенько тоже бывали, да, год назад. И вот, и мы здесь гуляли. Чё там, Пексик? Сейчас я вам... Вы не переключайтесь. Мы сейчас... Я вам еще покажу, что я купил для Пекса. Сейчас мы до машины дойдем. И там будет обзор покупок. Что я купил Пексу. Это ему нужно. Обязательно нужно. Да. Так что не переключайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии Пексу. Пишите вот именно, не мне писать, не надо мне писать, я неадекват, я грибов объелся. А вы пишите Пексу, он же адекватный пес, он, ну это ж почти человек. Пекс, нам туда идти не надо, пойдем назад потихоньку, пошли назад. Ты все этих нюхаешь что-то, запахи всякие. Пойдем, а то здесь что-то холодно стало. Мне еще надо дела делать дома. А? Пексюлька. Вот опять он там запах сучки течной учувствовал. Да? Течная сучка тут пописала. Вот как пройти мимо? Ну никак. Пошли. Пошли, Пекс. Пойдем в эту сторону. Нет? Пойдем. Вот и мой красавчик. Гуляет он. Вот так мы с ним и гуляем. Бывает, идем, разговариваем. Далеко от меня не убегает, он вообще меня держит. Он, так сказать, следит за мной, чтобы я недалеко не ушел, поэтому он всегда рядом, поэтому как бы я всегда под контролем. Какой бы неадекват я не был, какими бы грибами я не объелся, я всегда под контролем у Пекса. Вот какашки какой-то собачки, всякие не белые, костные, кости, много костей дают. Одни кости грызет, походу собака костями питается. Пексик. Сейчас он преисполнится в этом мире, в плане запахов, ароматов и всех дел. Вот это уточки плавают, видите? Уточки. Крякалки. Ну, он летом здесь и прыгал в этот канал. Канал этот прыгал, плавал. Но он их не догнал, этих уточек. Не может догнать. Они быстрее плавают. А если догоняют, они взлетают, тут же и улетают. Ни разу ему не довелось дичь поймать в виде утки. Он бы хотел, конечно. Ну, вот как говорится, Пекс родился не гоничьей породой, так сказать, не охотничьей. Если был бы охотничий, на больших лапах он бы мог бы и зайца догнать. Ну, тем более с моей кормежкой, с моим подходом к собачьей жизни, у меня был бы отличный охотничий пес, который был бы вообще эталоном красоты. Он был бы всегда в боевой готовности. Но для такого пса мне надо и машину поменять, конечно. Потому что Пекс уже как бы тоже уже подрос для моей акули. А так... Ну, мы имеем то, что имеем. Поэтому... Пексюлька, не туда, пойдем. Пошли домой. Пексик. Я убежал, он хочет туда идти. Он взял след. Сейчас он эту сучку найдет. Пошли домой, идем. Да там будешь идти бесконечно, Пекс. Они все вон там, в многоэтажках, в двухэтажных домах, эти собаки. Ч
что сейчас будем искать этих сучек? Нафига они нужны? Не ради сучек живем, блин. Ну, ради них тоже, конечно. Но у нас сейчас другие перспективы, другие интересы. Пойдем потихоньку сейчас пройдем до машины, поедем домой, у меня там дела еще. Пошли, пошли, Пекс! Вот тут стоял столб. Вот его выкопали, походу. Походу, здесь скоро будет застроить, наверное, строить что-то. Вот здесь был столб. И было написано место для выгула собак. Все, администрация забрала этот место выгула собак. Эксик, идем. Красавчик мой. Бежит, красавчик мой. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли. А вот, кстати, вы видите, тут, кстати, вот-то что-то огораживать начали, забор ставить. Вот вагончик уже поставили. Вот, мне кажется, вот здесь вот уже начинается стройка, короче, какая-то. Неспроста это все. А, это не он, смотрите, плитку меняет, что-то тротуарную. Чего им не нравится эта плитка, бля, она еще стояла бы, стояла. Вот опять бюджетные деньги осваивают. Опять им делать нехрен. Хорошая плитка, что им надо? Ну, местами просела, да. Ладно, пошли. Рядом. Красота. Пекс. Ой, пойдем, пойдем. Красавчик. Бежит он, бежит, красавчик. Лапками цок-цок-цок. Цок-цок-цок. Идем, мы прогулялись, идем к машине. Пексик, идем, запрыгивай. Иди. Иди, запрыгивай. Иди, идем, идем в машину. Давай. Давай, давай. Залазь. Залазь, хоть молодец. Молодец. Так, теперь я вам покажу, что обещал, что я Пексику купил. Он у меня красавчик, вот у него, видите, глазик. Покажи глазик. Вот у него глазик, видите, гноится, гной. Сейчас немножко вышел уже, я ему там протер. Стой, глазик, стой, 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 стой. Нормально, сейчас более-менее. Это я ему уже закапал, как купили. Капельки купил. Ципровет, капли глазные для собак и кошек. Ну, в аптеке здесь вот ветеринарная есть, ветеринарная аптека напротив Северного парка. И взял сразу еще две пачки Мипрозона, у него здесь по две таблетки в пачке, короче. Ну, одна таблетка на 35 дней, по-моему. Взял 4 таблетки, они по 200 с чем-то рублей, по-моему. Сейчас я вам скажу, почем они. Так, это не то. Это капли 320. 332 рубля стоят капли. А таблетки стоят у нас... Так, Мипрозон. 276 рублей. Вот, 4 штучки взял. Итого получается таблетки на 1104 рубля Мипрозон. И взял еще Симпарику. Симпарик — это от блох клещей. Вот, и это стоит три штуки в упаковке. Вот, и они стоят 635 рублей штучка. Три штучки, итого 1905 рублей. Итого, в общем, на эти все таблетки ушло мне 3009 рублей. Вот. Это таблетки от глистов, получается. Здесь от всех видов глистов, как сказать вам, ну, все виды глистов, в том числе и сердечный червь, который комарик вот садится на носик, на открытой части, кусает комарик и заражает личинкой. Личинка передвигается по крови и останавливается только в сердце. В сердце, и как бы это, в сердце начинает развиваться, и там червь большой, и вплоть до гибели собаки у него потом становится. Тяжело ходить, ему будет не хватать кардио, ну, в общем, будет проблемы с сердцем, и у него, если не давать эти таблетки, и в итоге собака умирает.
мне вот частенько говорили, вот тоже вот рассказывали, прям живые люди вот недавно. Вот собака умерла от сердечного, от сердца, а что у нее было, червь нашли, червя там. Ну, понятно, говорю, надо обязательно давать, вот, профилактика обязательно. Тем более здесь, в Кубани, сезон сейчас комаров уже начался, обязательно, обязательно. Симпарику я ему дал 20 числа, чтоб это не было ни глистов, ни блох, ни клещей, ничего, чтоб... В общем, такие дела. Сейчас приедем домой. Будем заниматься делами, да? Ставьте лайки, пишите комментарии нам. Пишите Пэктику комментарии, чтобы он читал. Да, Пэктик, будешь читать комментарии. Вот. В общем, всем пока, друзья. Да, Пэкс? Ну-ка, сделай голос. Голос. Где твой голос? Ну-ка. Нет, не зевать, а голос. Громче. Голос. Молодец, ты мой зяйка, молодец. Вот он умный, очень умный пес. Воспитанник мой, красавчик. Что там у тебя? Болячка, что ли?